Семен Тимофеевич ослеп несколько лет назад. В свои 89 лет он почти ничего не слышит. Сейчас за ним ухаживает и дочь Наталья, и внучка Ирина. Нередко случается так, что ветеран остается один. Тогда он включает радио и слушает новости родного города. Но это лишь способ отвлечься. По-настоящему любимым делом он заниматься не может. Гармошки нет. Играть, потому что там немножко повеселее. А сейчас... Сейчас слепой, поговорить не с кем. Целым днем один. Чтобы не запнуться, вот, чтобы попиликать, чтобы немножко день прошел. Повеселяй. Семен Тимофеевич, рассказывает и дочь Наталья, всегда был деловитым. В войну трудился в тылу, после много работал, держал сад. После того, как наступила у него слепота, он это сейчас вот себя найти не может. И постоянно и по дому старается что-то все равно сделать, и даже кран может вслепую починит. Семен Тимофеевич всю свою жизнь был с гармошкой. В перерывах между домашней работой играл любимые песни, а на праздниках под аккомпанемент гармонии все вместе пели частушки. Вот наш дед в свой 70-летний юбилей играет на гармонии. Но сейчас, к сожалению, эта гармония обветшала и восстановлению не подлежит. А деду очень хочется гармонь, хочется себя развлечь, размять пальцы. И чтоб ему веселей жилось то, что он слепой. Вот. Мы ему нашли гармонь веселую, звонкую, он ее одобрил. Но, к сожалению, у нас нет таких средств, чтобы ее приобрести. Игра на музыкальном инструменте, говорит Семен Тимофеевич, продлевает ему жизнь. Потому как гармонь – терапия для души. В надежде, что найдутся неравнодушные тагильчане, родственники ветерана обратились в нашу телекомпанию. Если у вас есть возможность помочь Семену Тимофеевичу в осуществлении его мечты, вы можете связаться с его родными по номеру телефона 8-908-912-71-15. Вероника Самойлова, Михаил Крюков, Андрей Фатыхов. Новости Тагил ТВ.